Всем привет! Вы на канале Мир Путешествий. Сейчас мы отправляемся в центр. Хотим немножечко погулять, детей свозить на детскую площадку, они погуляют. А потом пойдем в кафе. Сегодня передают опять весь день дождь. Уже третий день дождь в Батуми. Поэтому постараемся отдохнуть так, чтобы было весело. И при этом море не будет участвовать. Пошлите с нами. Пойдем. Покажи, Газик. Скажи, подпишись на наш канал. Пьем боржоми, поправляем здоровье. Мы зашли в кафешечку. А какой адрес у вас у кафешки? Тургасали 41. Тургасали? Да. 41. Смотрите, покажем вам цены. Заказали хачапури по-аджарски. 4 хинкали, да? Ладушка. Харчо. Да. А эти мои. Харчо и чай. Мы все вымокли, да, дети? Ноги вообще мокрые. У Вадика, смотрите, сушится. Куртка тоже мокрая. И сейчас еще посмотрим. Здесь какие-то экскурсии есть. Папе уже принесли суп. Он говорит, что очень горячий. Но порция такая, да, не слабая. Два куска мяса. Ты скучал по супу? Вообще Вадик не любитель супов, Дарья? Не особо любит. Но да. Харчо. Но харчо уважает. Турагентство предлагает свои услуги. Смотрите, Dreamland. Интересно, что на английском и на русском идут. И вот по понедельникам они ездят в Аджарию, истории легенды, в 10 выезд, 6 часов, 8 часов, вот эта программа тура, и 80 лари стоит, ну, то есть целый день, да, входит трансфер, подъем, спуск по канатке, стоимость, минеральная вода, пол-литра на человека и дегустация вин. Следующий вторник, Аджария, божественная природа, тоже 8-часовое, 80 лари, все трансферы, дегустация вин, минеральная вода. Если что, на паузу ставьте. Смотрите. Дальше. Батуми, жемчужина, причина Черноморья. Тоже 8 часов. Здесь 65 получается лари. И программа тура, ну, это полностью получается. Целый день вы ходите и смотрите город, и дегустация вин тоже, то есть куда-то заходите. То есть весь этот исторический центр. Ну, честно говоря, мне кажется, что можно и самому посмотреть, а не ходить со всеми вместе 8 часов. Пикник в Айрах, это уже поинтереснее. 80 лар. Тоже минералка, пикник, трансфер, пещера Колхиды, да, кстати, говорили, что интересно, тоже трансферы, водичка, 10 часов, здесь уже 95 лар из 9 утра, я думаю, что эта пещера будет интересна, пещера Колхиды. Следующая суббота, каньоны Колхиды. Смотрите, 10 часов тоже длительность, 95 лар, минералка, трансферы, входные билеты. Вадик, как тебе харчо? Вкусное? Мне тоже понравилось. Ну, такое наваристое и много зелень. Смотрите, какой дождь. Конечно, приятно смотреть, сидеть внутри, когда идет такой дождь, но выходить туда страшно. Мы, видно, будем до вечера ездить, да, дети? Вы готовы объесться и лопнуть? А тут нет, но объекта, да. Да. Тише, Влада. Мы заказали пока 4, как называется, опять забыла, хинкали. Это поступала, ну, мука первого сорта для хинкали. Нет, это и есть. Все остальное, выпечки. Вот. А потом этот царь узнал, что хвостики от хинкали не выбрасывают. Перевод муки, да? Да. Из какого сорта ее делают?
хинкали? Из первого. Из первого? Из высшего не делают, да? Вот такие хинкали. Достаточно большие. Смотрите. О. Мы пока 4 заказали. Сейчас попробуем. И один хачапури по-аджарски с яйцом. И Вадик еще не осилит никак. Сказали взять салфеточку за хвостик. Ну как тебе бульончик? Вкусный. Но мясо, как по мне, соленоватое. Я практически не добавляю соли. Она перченая. Вкусно? Понравилось, доча? Бульон выпивай. Вадик, попробуй. Заканчивай расхитительство сока. Ой, сахара. Попробуй. На вкус. Вадик ест сахар. Зря ты не съешь сахар. Он его ест. Вадик, сахар для чая. Попробуй. Ты же место большая, вкусно, да? Может быть сюда ставь, не дай. Владушка, Влад, а что ты говорил? Скажи еще раз. Про город ты говорил. Красивый город. Красивый? А чем тебе нравится в Батуми? Все. Все нравится? Все. Все дома. Ренка, что вкуснее, хинкали или хачапури? Нет, хинкали. А ты что-нибудь пробовал, одно или второе? Нет. Владик, кстати, не захотел есть, я не знаю. Для него сложно что-то новое попробовать, поэтому он сейчас будет есть пельмени. Да. Это факт. К чаю нам принесли сахар, как видите, в такой сахарнице. И... да. Чай. Папа то ли не может осилить, то ли ему очень нравится. Большие порции. Согрелся немножко? Не очень. Не очень. Согрелся. Папа, конкретно, просто вымокли. Я рассыплю. А мама, у тебя есть сахар вот так? Смотрите, как эта лодочка подплывает к Ариане и отплывает от меня. Владик, ну не лезь так, мамочка. Мастер-класс от Арианы по поеданию хачапури. Оба! Вкусно? Да. Хачапури 6, да, лар? 4 лара суп харчо. По 60 тетри мы взяли лайк. Ставьте лайк. По 60 тетри хинкали, кажется. Да, и... чай не знаю сколько. И два чая еще, чтобы согреться. Кстати, я выучила от 1 до 10 цифр на грузинском. Посчитай. О том мы говорили. Эртиори, сами, от, хухути, экси, швидер, вац, хра, ати. Сам. Да? Да. Молодец. Нет, хути. Хути. А ари это нет, да? Ари. Ара это нет. Ара. О это да. Вот нет, хай, короче, мастер-класс нет. По первым азам грузинского Атариан. Маглоба, спасибо. Маглоба. Вот так. Маглоба. А Владик сегодня идет, здоровается, говорит, привет, Кумарджоба. Ага, соседи. Очень красиво, Влад. Очень. Смотри, дождался ты? Ну все, не кривляйся, сынок. Принесли Владике пельменьки, и знаете, интересно, что они сами их лепили. То есть, сначала слепили, потом принесли на кухню.
Я видела, как женщина несла. Потом спросили, с чем нам? Владик у нас без ничего их ест, без сметаны. Сейчас мы поделим и будет кушать. А Ариана одолевает хачапури. Потом даст папа типа. Как Арианка влезет? Ариана съела больше половины, но она хотела. Она вообще любит хачапури. У нас папа дома готовил хачапури. Сыреноватое такое. Сыреноватое. Ну, потому что сыр отличается от нашего, более соленый. А я сыр не люблю. Пельменьки будешь кушать или мальчику отдать? На улице он стоит, просит пельмешку. Влад. Да. Отдать мальчику? Да. Все, пап, неси мальчику. Он на улице стоит маленький, голодный. Какой? А вот там голодный. А где? Вот на улице за кустиком стоит. Овации Ариане, она это сделала. Влад, давай садись, а то сейчас поедешь домой голодный. Мой телефончик. Владюш. Владюш. За папочку. За мамочку уже прошло. Следующее, за что мы будем есть? За бабушку. За бабушку или за телефончик? За телефончика. За телефончика. А следующую за Мари. Еще с мяском. Ну, такие. Так что, нужно было заказать тесто, наверное, просто. Мы уже приехали домой, хотим так немножечко подвести итог. Не показали вам чек за все, что мы заказывали. Мы заплатили 17,5 лари. Это прям очень бюджетно, где-то 6 очень долларов, дешево. Наверное, да. Наелись, объелись. Вот, в принципе, неплохое кафе, мы говорили в видео. 6 долларов как мы отдали. Как называется? Да, 6 долларов. Примерно 6 долларов, это да. 4 хинкалины, порция харчо, 2 чая, 6 пельмешек, 6 да? пельмешек и хачапури. Да. Ну, это очень дешево. Очень, да, дешево. Вот. Ну и обратно опять-таки доехали на своем автобусе. Единственный минус... Как мы уже сказали, нас накрыл дождь, мы все вымокли, поэтому сейчас будем сушиться. Да, погода тут. Вот, погода шепчет, да. Не очень. Ну, надеемся, что еще интересное Мама! Что-нибудь вечером для вас поснимаем. Мам! Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Всем всего хорошего, Мама! Ребятки. Пока-пока. Пока. Мама, я сушу.